Hey, guys, мышники, мы продолжаем проводить игру под названием Heaven Dust. Короче, я вернулся сюда в те, кто я смотрю, тут еще какое-то взаимодействие. Да, хочу. У нас есть пробирка с кровью. Еп. А вот теперь, наверное, мне не нужно туда возвращаться. Блин, понимаете, у меня теперь столько этих карточек, у меня теперь места нету. Только одно место для квестового предмета и все. Так, а трубу с собой по-любому придется взять, если я хочу сокращение пути потом сделать. Поэтому придется чем-то пожертвовать и, скорее всего, гильзами, потому что гильз у меня уже до хера. А, стоять. Новый слотик, третий, сохраняемся. Ну, если сейчас сработает о том, что я думаю, значит все хорошо. И? Не понял. Вы не можете войти в обнаруженный вирус. Wait, I don't understand. Бутылка жидкости и надписи номер 13 незаметно спрятана в лазарете. Комбинировать. Небольшой медицинский. Маленькая трубка, ваш инстаг. Венозной крови. Хорошо, давайте пробовать так. Комбинировать. Комбинировать. Так, для вируса пустой. Сложный вакуумный контейнер для хранения образцов вирусов. Он может быть вставлен в некоторые устройства. Может, мне его надо? Или что? Или что, я не понимаю. Ну так а что я должен сделать? Начинается очередная беготня, непонятно и что. Где должен кровь проверять? Подожди, секретную локацию. Все. Нихера непонятно. Сука. Ладно. Куда я пришел, бля? Короче, я сейчас пробую, если не могу, я оставлю на паузу и буду бегать сам. Пока не найду, куда мне идти. Так, как мы там решили? Желтый, синий, фиолетовый. Желтым.
Короче, я нихера не понял. Единственное, что я могу сказать, что я понял, это... Сейчас скажу. Маска. Одна. Маска вторая мне надо. Если они по весу равны, значит, я поставил все правильно. Если нет, значит, я не угадал. Вот это номер три настоящий. Маска номер три. С листьями. Запомню номер три. Пока что. Так, 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 так. Что нам нужно? Сейчас ставлю на паузу, буду думать, что смогу сделать. Короче, очередные догадки, недогадки. Не знаю, подойдет, не подойдет. У нас на карте. Сейчас покажу. Подобнее сяду. Бля. Вот, номер есть. Номер 087. По сути, если это оно, может подойти и от шкафчика, типа его. Ой, блядь, 087, да? Да. Голубиный свисток взять. Ну, в принципе, единственное, что возможно сделать, это пойти и поиграть на голубиной дудке. Это единственное, что, по сути, мы можем пока сделать. Как я понимаю, карточка мне больше уже не всралась, это. Минус одна... Без тебя это сделать, чувак. Мог бы там находиться, да и все. Ты можешь встать? Там что-то связано с одной из ног голуби. Отпечаток пальца. О, да, хочу взять. Голубь символ мира. Его белое тело так бросается в глаза в этой темной и холодной обстановке. Странно, что он не встал и не напал. Так, а вот теперь отпечатки я знаю, где могу использовать. У нас есть два только... Нет, три. Три места, где я могу их использовать. В потайной секретной лавке. Это первое. Второе, это сразу в саду. Как раз туда забежим. И третья это вот эта зона. Или вот это, я не знаю. Как их правильно там смотреть, считать. Так, поэтому что мы делаем? Гильзу я беру сразу с собой. И беру с собой трубу. Надеюсь, я там поблизости найду еще какие-то места, где смогу что-то использовать. А то при... Вот единственное, в натуре, блин. Хотя бы здесь бездонный этот сундук сраный. Они сделали херово это. Так. Блок питания для ботанической лаборатории должно быть восстановлено. Все, я восстановил питание для этой, я понял. Как раз туда, куда нам надо. Так, стоять, сохраниться, сохраниться. Дальше начинаем. А, я должен, я понял. Желтый, синий, фиолетовый. Так. Я
Его... Он тут разве был до этого? А, еб. Один. Мана, здесь еще у каждого код свой. Короче, где-то должны быть значения цифр. Или посчитать количество цветков на уровне. А, ну это бред был бы. Подожди, нет. Навряд ли. То, что это в натуре бред. А в каждой ты не ведешь. Хорошо, давай сюда отпечаток. Блокнот Томасом. В отличие от Европы, экватор — это новый вирус, который объединяет в себе тропические растения и небесную пыль. Секреция растений 1 и 2 могут прекрасно сочетаться с вирусом экватор, а вот секреция под номером 2 довольно странная. Она после высокоскоростного централизирования может превратить вирус экватор в вирус Европа. Кроме того, этот вирус довольно нестабилен, и его нужно поместить в пробирку. Температура экстракции каждого растения записывается следующим образом. Растение 1 31,4, растение 2 32,8, растение 3 29,9. Не регулируя температуру, не станови десятки точки, просто введите цифры. Угу. Угу. Хорошо. 31, 32, 8, 2, 9, 9. Хорошо. Заперта электрическая дверь. Стоп, а палец пропал. Wait. А, подожди, нет, там та дверь без отпечатка, точняк. Что-то я тупанул. Так, первое. 3.14. Три 3.28. В смысле, не реагирую. 3.28. Так, и 2.29. Не в ту. Так, а теперь вспоминаем, что было написано. Так, могут прекрасно сочетаться с вирусом
Европа, а эта секция под номером 2 довольно странная. Она после высокой концентрации может превращаться в вирус Эпака в вирус Европа. Короче, 1-3 соединяем. Один и три. Соединяем. Комбинировать. Хорошо, ну, допустим. Или еще где-то это должен использовать. Просто мне в какой-то степени теперь нужно использовать свою кровь с этим. Так ведь? Надо сначала попробую так вставить. Так, лучше сейчас не сохраняться. О, к базару. Использовать. Ладно, комбинация. А где я должен это использовать? Пойдем, я кровь возьму, окей. Гипертибер. Крутяшка. Ладно, ставлю на паузу, порешим. Кстати, пока я еще не убежал. У меня аж пробирка есть специальная, блядь, для вируса. А ну-ка. Во. А ну-ка, сохранить. Сохранить. А ну-ка, 4. Ага, хорошо. А для чего мне синяя херня? Я очень надеюсь, что я сундук там найду. Окей. Стоять. Без проблем. Где гильзы? Чего? В смысле, мне интер переполнил? Что ты рассказываешь? Объединяйся. Так, зато хотя бы в эту локацию могу зайти. Так, сохранить, сохранить. Надеюсь, опять эти зомби на меня не нападут. А придется чем-то по-любому пожертвовать.
Ладно, давайте исследую, потом придумаем, ладно. Карта охраны не подходит. Я ж не дебил, я ж понимаю, я что-то сейчас подберу, а не восстану. Пусть встает лучше сейчас. Чем создадут мне потом проблемы. Вот об этом я как раз и говорю. Пусть они сразу встают. Не работает. Так, солнечный. Я думал, что мой план будет одобрен. Лгин Дон, безусловно, человек действий и проявляет большое уважение к профессиональным мнениям, нежели прошлый руководитель. Облачно. Мы не должны терять людей, у которых кровь соответствует людям Туркуэ. Они очень важны. Нам нужно учитывать большие факторы, когда речь идет о принятии серьезных решений. Дождливо. Этот день стоит отметить, мы извлекли образец вируса из подопытного и назвали его Европа. Облачно. Европа хорошо адаптируется к холодной среде, как мы и ожидали, но в то же время вирус снижает интеллект зараженного и резко увеличивает агрессивное поведение. Мы разработали эксперимент, чтобы подтвердить этот факт. Есть дверь, которая открывается, когда кто-то стоит на подножке, не у двери. Но подопытные только желают беспощадно атаковать наших исследователей, находящихся за дверью. Они не понимают, что сначала нужно найти способ открыть дверь. Облачно. Чтобы улучшить образец вируса, нам нужно больше количественные носители с уровнем соответствующей крови не менее 90%, но у нашего подопытного всего 63%. И нам нужно как-то решить эту проблему, однако мы обнаружили интересные открытия. Если у мертвого зараженного происходит контакт с вирусом Европа, то тот снова оживает. Солнечно. Мы не можем добавить прогресса без более хорошего носителя. Может быть, я смогу что-то синтезировать из растений, которые сейчас изучаю. Короче говоря, без пустой пробирки я не смогу, да, это сделать. Бля, я догадываюсь, что здесь может быть. Ух, фу, ладно, пофиг. И? Ладно, сделаем так. Считайте, я сократил немного путь, не знаю для чего. Короче, избавился от этой хрени. Пожертвую гильзами ради иного.
Не, эта карта не подходит, ни хера себе. Вот это открытие. Я в натуре просто сокращение пути сделал для отступления. Умный, сразу видно. Так, там что-то спрятано. Монетка, труп. Записка подопытных. Эти придурки очень долго меня мучили. Я скучаю по своей кровати под мостом. Колючие стены выглядят странными и хрупкими. Может, я смогу найти способ протолкнуть их? К счастью, мне удалось украсть немного динамита, когда охранники крутился вокруг ящика. Черт, 105 украл мои предохранители. Нужно найти хорошее место, куда спрятать динамит. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Они перевели меня в другую камеру, сволочи. А, это как раз то, которое он нашел, да, место для динамита. Ладно, похер. Маля, динамит без фитиля. А где фитиль буду искать? На стене огромная трещина, выглядит нестабильно. Где я буду искать фитиль? Фитиль. Странным и непонятным. Заперто. Непонятки. Воу, здорово. Живой, но зато монетку дал. Так, ну что, давайте я тогда... У нас уже время подходит к концу. Я бы такой, чтобы поставить на паузу, попытаться найти что-либо. Если мне предлагают идти обратно так, даже так, то значит фитиль должен где-то быть в этой территории. Или я даже не знаю. Ладно, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Карту сюда и эту хилку сюда. Оставим, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.